ее прыжок. Да, олимпийская чемпионка. Уровень. Это очень большой уровень. Для наших молодых спортсменов и спортсменок это посоревноваться с олимпийскими чемпионами, это большое дело. Посмотреть, на что способны. Конечно. Лучшая представитель 12-7, да, улучшила свой результат. Первый прыжок, по крайней мере, смогла превзойти с точки зрения оценки. Ну, я думаю, это уже среднюю ей вывели оценку. Это уже оценка за два прыжка. Владислава Уразова. Ну вот, такой же прыжочек сделала, но только уже с подготовленным приземлением и довольно более чисто. Оценка будет хорошая. Девочкам еще сложнее сегодня выступать. Они вчера выступали. Да, у них дня на восстановление не было. Да. Шажочек был. О, это незначительно. 1/10. Хорошо попало в руки. Хороший вылет, хорошее приземление. Молодец. Второй прыжок Владиславы Уразовой. Ждем. Восемь. Хорошая оценка. Вполне. Примерно такая же, да, думаю, оценка будет. Да, я думаю, что да. Только, наверное, сложность чуть посложнее будет. Она после отталкивания с моста еще повернулась. Поэтому будет чуть-чуть все больше сложность от прыжка. Он сложнее выполняется. Ну, я думаю, что да. В пределах 13-8-14 баллов. Ну, есть сгибание тела. Должна была быть прямым полностью. Но есть сгибание. За это судьи снимут. А так, хороший чистый прыжочек. Видно класс исполнения. Олимпийский чемпион. Конечно. Олимпийская чемпионка тут, как кому больше нравится. Нужно уровень понимать. После Уразовой Мария Агафонова. Дойдет с нами. Ну, для начала мы узнаем оценку Уразовой. Уразовой, да. Уже усредненную, скажем так.